Френче, ну вот вы нашли монахиню. И что было дальше? Я перенес тело, чтобы спасти его от разложения. И куда вы ее перенесли? В ледник. Там я оставляю припасы. Когда я нашел ее тело, то подумал, что, может быть, там оно лучше сохранится. Ну так. А, Преву. Вы должны знать одну вещь, падре. Какую? Она была в другом положении. О чем вы? Она лежала, когда я уходил. А теперь нет, сидит там. Известны случаи, когда тела подергивались и даже садились вскоре после смерти. Да, падре, но ведь она мертва уже слишком долго. Не мешайте мне. Простите. Отец Берг, что там? Похоже, это какой-то ключ. Это дверь, через которую монахини забирали припасы, чтобы не покидать замок. Ее нужно похоронить.